Hi, I'm Dr. Harrison at the University of Texas at Arlington. I'm going to read a passage from The Master and Margarita by Mikhail Bulgakov in Russian, and then I'm going to read the translation. It's a book that was written in the 1930s in the Soviet Union, and it was banned because it was a satire on Soviet life. I'm going to read a passage where the devil comes to Moscow, and he's talking to some unsuspecting fools who get into an argument with him about the existence of God and the devil. Но вот какой вопрос меня беспокоит. Ежели Бога нет, то спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле? Сам человек и управляет, поспешил сердиться ответить бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос. Виноват, мягко отозвался неизвестный. Для того, чтобы управлять, нужно как-никак иметь точный план на некоторый хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну лет, скажем, в 1000, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день. И в самом деле... Тут неизвестный повернулся к Бельоцу. Вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими, и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас, хи-хи, саркома лохова, тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме лохова доставила ему удовольствие. Да, саркома, жмурясь, как кот, повторил он звучное слово. И вот ваше управление закончилось. Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают лгать, вы, чуя неладное, бросаетесь к ученым врачам, затем к шарлатанам, а бывает к гадалкам. Как первое и второе, как и третье, совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается трагически. Тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике. И окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи.